Ну что, всем привет, а вот и я. Так, с чего начать, В общем, вчера в 10 вечера я снимала ответы на ваши вопросы. Сегодня опять забросаю видео ответами, потому что это трэш. Я вчера легла в 3 ночи и в 6 утра я встала, потому что была доставочка цветов. В общем, разбросала все, не буду томить вас ожиданием. Значит, начнем с того, что вас много. Когда я получаю сообщение на английском языке, я вообще схожу с ума. Я в английском не бум-бум. Я вообще ни в каком не бум-бум. Я творческий человек, и я совершенно не склонна к языкам. Поэтому звонки из Франции, из Италии, из Германии, об этом я вообще молчу. Причем в 3 ночи. У меня звонит 3 ночи телефон, и я говорю алло. Потому что если человек звонит, значит ему что-то надо. А вдруг там беда, и без меня никак. В общем, дорогие мои, возвращаясь к тому, что вас очень много, я одна. И для того, чтобы... И помимо... У меня цветочный бизнес. То есть большие ростовые цветы – это мое хобби, которое, оказывается, приносит тоже хорошие деньги, да, и оказалось востребованным. Вы должны понимать, у меня группа ВКонтакте цветочная, флористическая, у меня группа в Инстаграм, у меня магазин цветов, я мама. В общем... На старый Новый год, когда мы снимали видео о создании ранункулусов, и у меня родилась идея. Она хорошая. Она, надеюсь, будет для вас очень хорошим сюрпризом, и вы ее все-таки поддержите. YouTube это какая-то односторонняя связь. То есть я вам, пожалуйста. А как у вас там, чего у вас там, и вы все пишете. И, в общем, хотелось бы мне сделать нашу с вами связь максимально удобной для всех. То есть всех вас, моих хороших, соединить в одно что-то большое, колоссальное, хорошенькое, классное, позитивное, с максимальным результатом. И в ночь... На старый Новый год у меня родилась идея. Не создать ли нам группу ВКонтакте, где можно разместить видео, где можно разместить фоточки, где можно это все комментировать, где можно делиться опытом, где можно... В общем, чего там только нельзя, так скажем. Поэтому что мы сделали? Мы создали группу ВКонтактах, не мою, в которой я выставляю свои только работы флористические, и, в общем, что я делаю по флористике, то тем я делюсь в своей группе. Если вас попросить туда соединиться, это будет неправильно, потому что там мои видео, они предназначены для моих клиентов, которые берут у меня цветы. То есть это вообще точно отпало. В общем, иду к самому главному. Мы создали нашу с вами группу ВКонтактах, которую можно найти по вот этому адресу. Прям написала наша с вами группа, да. Здесь, девочки, я вас всех жду. Что надо сделать? То есть, еще вот я вчера приехала домой, муж говорит, ты что, говорит, с ума сошла? Как все смонтировать, все это? Я говорю, миленький, ну что, совсем никак? Он говорит, Томочка. В общем, получила я вчера люлей за свою, так сказать, быстроту. И мастер-класс монтируется, надо еще... У меня муж, он работает, он в другом месте работает, и поэтому как бы я не могу ему сказать, ты знаешь, оставляй работу, а, собственно говоря, мне тут надо делать. Вот, поэтому мастер-класс по ранункулусу записан. Стойки уже нет, ее еще вчера забрали. Готов мастер-класс будет к четвергу
вечера. Это уже стопроцентно, он мне прям крест на пузе. Вот. Для того, чтобы его получить, и для вашего удобства, вам надо, когда вы уже подпишетесь на нашу вот эту группочку, там будет самый первый репост. Это фотография ранункулусов. И получить видео. То есть вы должны вступить в группу и подписаться на наши рассылки. Там зайдете, увидите. Это все очень легко делается. И 19 января, в день рождения моей дочери, которой исполняется 18 лет, в 5 вечера, мы всем, кто подпишет, ну, то есть, кто подписался на рассылки, все получат этот мастер-класс сразу же автоматически. Есть бабушки, дедушки в каких-то селениях, которые тоже меня смотрят, слушают, у которых нет группы ВКонтакте. Ой, что же делать? Эти контакты. Не теряйтесь, все хорошо. Просто ранункулус мастер-класс бесплатный в Ютубе. Мы выставим просто чуть попозже. Вот и все. То есть можете не волноваться. Мы будем дублировать наши записи. Просто именно вот эта группа, она именно для того, чтобы я не сошла с ума. Вот и все. Вот такой у меня для вас сюрприз. Давайте все соединяться в одну группу, чтобы я не сошла с ума. Угу. С любовью, Тамара. Ваш мастер букета.